Александр Александрович Киселев, художник-пейзажист, родился в дворянской, но очень небогатой семье потомственного военного. Учился вначале в Аракчеевском, а затем в Петербургском кадетском корпусе. Но к военному делу склонности не обнаружил. Зато была большая любовь и способность к рисованию. По выходе из корпуса Киселев поступает в университет. И кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы из-за студенческих волнений университет не закрыли. И Киселев, наконец, отдался своему увлечению, которому суждено было стать делом всей жизни. В 1861 году поступает в Академию художеств. С 1874 года Киселев участвует в выставках передвижников. С 1893 года действительный член, а с 1897 профессор, руководитель пейзажной мастерской Академии художеств. Расцвет творчества художника приходится на 1880-1890 годы. Киселев представляет по преимуществу лирическое направление в русском пейзаже. Его живопись отличается красотой и изысканностью. Ему свойственна элегантная академическая манера письма, чрезвычайная тщательность в отделке деталей, искусная проработка светотени. Все, что демонстрирует великолепный пейзаж «Украинская хата». На этом полотне изображен украинский пейзаж с красивой уютной хаткой у пруда. Эта атмосферная избушка с соломенной крышей и побеленными стенами занимает основную часть картины и приковывает к себе внимание. Вероятно, здесь находится не одна хатка, а целый хутор, огороженный плетеной изгородью. У входа в дом стоит хозяйка, одетая в традиционный украинский костюм, белую сорочку и юбку паневу. Прямо перед женщиной дружелюбно раскинулась земляная тропинка, ведущая к небольшому прудику с деревянными мостками. Возможно, именно здесь хуторянка набирает воду для хозяйства и полощет белье. Вода в пруду чистая и спокойная. На поверхности мирно плавают лилии, украшая собой зеркальную водную гладь. На картине изображен разгар лета или его начало, о чем говорит сочная зелень вокруг и яркий солнечный свет, пробивающийся сквозь вековые деревья. Сверху хатку накрывает своими ветвистыми лапами высокий массивный дуб, верхушка которого уходит далеко вверх. Весь этот уютный пейзаж очень гармонично дополняют голубые небеса с небольшим белым облачком, словно случайно возникшим на небе.